меня, кстати, не было никогда мечты Мальдивы, и даже меня не впечатляло. А сейчас они настолько стали доступны. Он показал фото, я охренел, думаю, я тоже хочу, но он говорит, там бутылка вина. А ты был не на меньшем месте питания? Какой отель, давай? Чино. Не, а вы спросите, с кем он отдыхал. Вы просто спросите. Скажи, просто на Мальдивах же тоже... Скажи человека, с которым ты отдыхал. Он, нет, нет, человека, коллегу вот этого вот богатого человека, скажи. У него там просто деньги вываливались из кармана. Там бутылка, чтобы вы понимали, самого дешевого вина $150. Одна бутылка. Он уехал с одного острова на этот остров, где вот я, говорит, там лакшери, там всякие там Тимати, типа... я себя плохо там чувствую. А потому что отдыхают, Тимати. Да, ну что ты понимала, а здесь короче. Две недели он в районе 2 из 4 отдавал. 2 миллиона. Вот две именно недели. Чтобы в одежде. Чтобы да. Прям в одежде. Он 500, без всяких 500 этих. 500 тысяч, да. У него все. Там по 500-600 евро, доллары отлетало за бутылку вина. Короче, он себя там хорошо. Я представляю, думаю, блин, сколько Тимати же там оставляет, падла. Он же любитель Дон Периньон и прочего. Свои ступени там. А мы были в Греции, и я была в рекламном туре. И там нас когда, ну, там, не знаю, миллион отелей смотрели, наверное, 50. И вот всегда по дорогим отелям ездим, и там каждый раз в этом номере Киркоров останавливается, в этом Тимати, я тоже думаю. Это как в этом, знаете?